Из немецкого Штутгарта с золотом сегодня глава республики встретился с чемпионом мира по спортивной гимнастике Владиславом Полешовым. Награду спортсмен завоевал в командном многоборье. Подробности далее. Красота, это темноте надо вообще сверкать. Тяжелая медаль, тяжелая ноша, по сути дела. Эта медаль дорогого стоит. Чемпионами мира российские гимнасты стали впервые. В прошлом году команде удалось завоевать только серебро. Глава региона признался, что и сам следил за выступлением ребят. Я смотрел прямо эфир, когда показывали потом повтор. Показали всему миру, как нужно правильно мобилизовать ресурсы, физическую свою подготовленность, духовные свои силы и побеждать, по сути дела. В борьбе за золото чемпионата у команды не было права на ошибку. Ребятам дышали в спину китайские гимнасты. Исход победы решили считанные баллы. Первый снаряд, когда выходишь, сделал первый снаряд, все отпустило, и уже свою программу спокойно делаешь. В форме как начал, в принципе, так и пойдет. Это ваш личный пример, Владислав. Это показатель дальнейшего такого развития по данному виду спорта. У нас где-то 1580, да, занимающихся данным видом спорта. Чтобы готовить новую смену чемпионов, нужны хорошо оснащенные залы. Количество тренеров достаточно, хватает. Сейчас и молодежь идет тренировать, а в том зале, в котором мы тренируемся, все равно его недостаточно. Глава региона отметил, что вопрос с переездом гимнастов в новый зал будет решен в ближайшее время. Уже уставшего чемпиона Владислава Полешова отдых продолжался недолго. Впереди сборы. Впереди у Владислава новые высоты. Сейчас гимнаст готовится к Кубку мира. Есть все шансы получить путевку и на Олимпийские игры. Сверять время чемпион пообещал по памятным часам. Подарок от главы региона. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика.